Йоу, с вами Шимики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется What the Golf. Или что? Это гольф? Здесь есть у нас компания. Ну, давайте просто как по менюшке. Это у нас как острова, да? Здесь даже плот. Стрим, площадка, челлендж. И сам выход. Испытание дня есть. И показать друзьям, скорее всего, это игру. Ладненько, поехали. Компании. Я ее запустил, ну блин, у меня 0-0 всего процентов. Я здесь, короче, несколько раз просрал. Нам нужно просто докатиться. И видите, они типа даже указатели здесь типа поставили. Конечно, здесь странно сделано. Смотрите, а я, видите, не могу. Не могу, понимаете? А ну-ка, а ну-ка. Если я так сделаю. А, я думал, они, знаете, типа, стену поставят. Ну ладно, не, ладно, это прикольно, это прикольно. Ладно, поехали. Лунка. Так, кошаки, я не хочу... О, флаг. Бац. Опа. Мы парня запускаем. Нихера там наша клюшка улетела. Блин, на самом деле, вот это странный ползунок. Странно работает, блять, еще мышка не работает стандартно. Ой. Здесь, как я понимаю, мы за крышку, да, играем? Да ладно. Бэм, клюшка. А за дом? Нихера себе. Целый дом. Все дома. Красные бочки, но это логично, что они взрывные. Бомбические коты. А в чем прикол? А. Плохой флаг. Вау. Вау. What this golf? Tinder, Foxen. А здесь, кстати, есть пасхалки. А насчет пасхалок мы отдельно поговорим, то есть... Привет, мяч. Иди и исследуй лабораторию. Исследовать. Дзинь. Так, эксперимент номер 422. Холлисон Джейк. Короче, нам нужно проходить лунки, чтобы проходить дальше. Ну ладно. Так, мы по виду играем за лунку. Доги, хот-доги. Лунка-парк. А, и все? Так, здесь два, походу. О, тихо, котик, не падай. Замурчательный пати. Ну, это, слушайте, как-то быстро не находите. Я что, буду за мячи играть? Ох, нихера. Клюшки. Поехали дальше. О, тут компьютер. Так, в доступе отказано. Хм, куда бы пойти? Там я вижу ковер. А там я вижу ничего, поэтому давайте пойдем в эту сторону. Это просто 2D.
Нифига себе. Мяч-паук. Так, а почему здесь теперь по столько испытаний? В подвешенном состоянии. Мяч-паук — это, скорее всего, отсылка к Человеку-пауку. А нифига себе! А нифига себе стоять! А нифига себе! Коснитесь кошек. Так. А. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, нужно котов тронуть. Это типа, знаете, челлендж. Давайте будем. А, блин. Нужно не сильно. Раз. Ты еще фил. Так, ну последний, я вижу, он спрятался немного. Тостер. Ты думаешь, я тебя не вижу? Кашкастрофа. Так, и корона. Попади в лунки в два удара. А, скорее всего, не в два удара. Здесь два удара не получится. Ай. Два в один. Понятненько. Хот-доги. Так, получи 100 хот-дог в торговце. Дай хот-дог. Вот это мне по вкусу. Ну это просто было. Ну это, знаете, нестандартно. Победи принца лягушку. А, я еще и съел хот-доги. Прыгай отсюда. Он сам упрыгнул. Так, корона. Изи. Я только не слышу, где музыка. Пар. Поражение. Чего? Короче, мне нужно за один удар отправить большую клюшку. Порядочно. Так, теперь корона. Звей флаг. Испытание пройдено. Челлендж ваун. Не-не-не. Вот, если бы я знал, я бы сразу так проходил. Пар. Пар. А, ну то за один удар. Ну, это ладно. Perfect. Вот здесь вот есть музыка, там музыки почему-то не было. Пар — это значит количество удара, да? Человек-паук. В скобочках мяч. А, мне сбить флаг же надо. Ну и так сойдет. Испытание пройдено. Корона. Ну скорее, понимаете, так я выполняю просто именно, да? Что по сюжету. А так мы еще. Так, лаборатория 09А. Ну, поехали сюда. Мы играем за камень. А это ни хера не камень. Я даже не знаю, что это. Ну что-то липкое.
Держись. Далее. Пад. Количество ударов. Ага, за 6 ударов. А, бля, не хват. Ладно, поражение. Мне нужно, короче, сильный удар. Мне нужно научиться контролировать удары хотя бы. Да уж. Непростая работа. О, все. В смысле поражение? Черт. Это вообще не просто. Бля, я проиграл. Да. А что будет дальше? О, все. О, да. Я это сделал. Теперь на корону. Ну, это просто. Ну, то самое сложное было на самом деле. Изи. Изи пизи. Лемон квизи. Готово. Мы играем за попрыгунчик. А, ну хотя мы можем... Флаббер. А, все? А, ну хотя это тоже считается. Здесь есть. Здесь есть шанс, так как он отпрыгивает. То есть, ну, no problem. Плохие синие. Ну, на самом деле, это... Просто. Потому что здесь можно контролировать мяч в воздухе. И то есть сложность оно никак не представляет. Пим. А, мяч я не могу достать, жаль. Вперед! Мои кубы! А-а-а. Браво. Ох, вот это вот такие прикольные. Сбей флаг. О, это нужно просчитать. Ну ладно. Стой, они друг об друга. Они еще друг об друга бьются. Ладно. Этот летит к удаче. Хотя! Можно просто их сейчас нашвырять столько штук, что им она. И все, да. То есть... Ноль сложности. Ноль сложности. Корона. Плохие синие. Ну, здесь логично,
что сначала нужно выбить синее туда. Ну все. И осталось за малым. То есть на самом деле вот это вот несложно. Здесь, если продумать все и следить только за красным шариком, вообще проблем никаких. Так, это еще. И что это? Ого. Ого, тут какие-то трофеи. Так, это я вернулся в самое начало, да? Ага, тут у нас ничего не открывается. Ладно. Но нам эти фиговины тоже нужно собирать, потому что, как вы видите, там что-то, да, дается нам. Ну, поехали. Так. Марио? Кубик Марио. Ну, доступ отказан. Ладно. Бэм, бэм. Ну, он должен был отбиться и туда отрикошетить, на самом деле. За что из этого я играю, давайте догадаться. Я играю за пульт. Кактус. Пульт. За целый диван. Диван! Он орёт. Даже два удара мне понадобилось. Корона. Сбей флаг. Фейл. Я должен человеком попасть. Пойди так. Нет. Перелетел. Ну, он перелетает. Нужно еще понять, насколько он сильно летит. А, нужно фул бить, видите? Сука. Как-то вот так немножечко. Он обливан зацепился. О, идеально! Давайте эту площадь тогда с вами выполним, да? Открывайся. Поехали сюда. Ну, я не удивлюсь, если я тумбочка. Нет, я на этот раз телевизор. Телевизор не хочет находиться. Хорошее шоу. А, избавься от деревьев. Это что за... самонаводящее? О. Бам. Телевизор-уничтожитель какой-то. Бам. Вот такие вот прикольные, типа. Просторы. Так, и коронка. Стань королем дивана. Это мое место. Ты еще не вылетела? Загул. Бэнк. Короныч. Полетели. Было бы плохо. А вдруг он на камне? А ну, давайте проверим. Да, может. Я как раз об этом и подумал. Может ли он... может ли разбиться ваза?
Оказывается, может. Это всего лишь ваза. Бац. Восхитительная мощь. На корону пойдем. Бей флаг. Ну, здесь типа сложности нет, плюс мы можем каждый раз контролировать предмет. Ладно. Беру свои слова обратно. Тут еще ветер. Испытание пройдено. И плюс ваза у нас осталась целая, заметим. Я замечу. Бам. Следующая лунка. На этот раз мы теперь стул с вами. Ебой! 1 из 12. Кнопка... А, кнопка загорелась, видите? Количество ударов. А хорошо шел, блин, обосрался немного, ладно. Давай! Хорош, молодец. Майнул. I know. I know, I know, I know, I know. Она мне помешает. Сука. Стол рефлексорно почему-то стал ровно ехать. Победевцу. Ля, ля. Стартуем. Гольф лучший овец. Изи корона. А не смотрите, теперь и кнопка не мигает. А, ну может потому что, типа, знаете, оно периодично мигало из-за того, что типа показывает. Да, нет. Типа. Ни хрена себе удар. Что значит пустая коробка? Распаковка. Количество ударов. Это дерьмово. Не, знаете, типа, нужно вначале мне распаковаться. Теперь со всей дури ударить. И все нормально. Корона. День переезда. Тихо, тихо, тихо. Почему у меня такое чувство, что мы сейчас диван туда сейчас загоним, да? И в конце... А нет, я думал и дом. Нифига себе. И дом мы еще переносим. Ха-ха-ха. Все упаковано. Грейт, 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 грейт. Там-там-там. Бам. В тему. Вот, видите, теперь я типа могу кнопку нажать. Ну, хотя мы вначале так же делали, да? Но мы так не будем делать. А! А! Ну ё-моё. Количество ударов. Два удара.
принципе, как два удара и надо. Она даже прицепилась. Выживи 33 секунды. Ё-моё. А, ну. Суицидальные. Что-то. Нет, 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 нет. Я выживу, я выживу. Это просто. Это просто. Все. Все. Вот это было что-то новенькое. Так. Как я понимаю, мне вот эти вещи нужно собирать, да? Кофейник. А, все, я мог туда не прыгать. Отлично. Так, там футбольное поле какое-то. Доступ запрещен. Привет, мяч. Так, показывай, что у тебя. А, оу. Ну это просто. В чем подвох? Понял. Давай играй дальше, пожалуйста. Остановись. Мы с вами открыли куда-то дальше проход. Но, давайте, наверное, вот этой части мы с вами, комнату, да, вот это все, остановимся. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.